Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Он такой не очень большой, но достаточно интересный, как мне кажется. Предстоит свадьба в ресторане. Я очень чувствительный человек. Что я могу сделать, чтобы меньше переживать на своей свадьбе? Мне правда тяжело находиться в обществе. Пишет аноним. Значит, мы здесь говорим о некоторой форме социофобии, по большому счету. Вот, мы тут говорим о некотором проявлении социофобических тенденций у человека. Вот, и это не просто интроверсия. Это не просто интровертивный склад характера в данном случае. Мы говорим о том, что человеку тяжело находиться в обществе. Мы говорим о том, что человеку трудно быть вот, как бы, ну, трудно быть в среди людей других, сложно быть среди других людей. Вот, мы тут говорим об этом. И это, в общем-то, традиционно, это связано со страхом оценки. Я боюсь находиться с другими людьми, потому что боюсь, что меня будут как-то оценивать. Я боюсь находиться с другими людьми, потому что боюсь и опасаюсь того, что меня оценят. И оценят как-то плохо. Оценят как-то, негативно, да? Вот. Как бы этот страх оценки связан, как ни парадоксально, с низкой, ну, или заниженной самооценкой самого человека. То есть в данном случае вы аноним. У этого есть несколько оснований, таких вот, достаточно, так скажем, ключевых оснований. Вот. Первое основание связано с тем, что вы не доверяете себе, вот, то есть, ну, вам сложно себе доверять, вы не опираетесь на себя, когда вы сталкиваетесь с другими людьми, происходит то, что мнение этих людей как-то вот вас, сбивает, как-то вот перевешивает, можно сказать, перевешивает ваше собственное. То есть представление этих людей перевешивает ваши собственные, перебивает. Вам кажется, что, люди знают больше, лучше о вас и про вас, чем вы сами. Вот. Так что здесь нужно рассматривать возможность лучше себе доверять. Что это значит? Это значит прислушиваться к своим чувствам, вот, прислушиваться к своим ощущениям, вот, и учиться их выражать.
чистых выражать как можно, ну, более полно, как можно более, так скажем, адекватно, как можно более корректно, вот, это делать. Это первое. Второй важный момент, на котором хочется заострить ваше внимание. Второй важный момент. Какой? Второй важный момент, на котором хочется заострить ваше внимание, заключается в том, что вы почему-то думаете, что люди вот обязательно они как-то вот о вас, ну, будут думать плохо. Как-то вот они вас обязательно, ну, негативно оценят, как-то вот обязательно они будут что-то там плохое про вас думать, делать и так далее. Вот. А возникает, конечно, вопрос. Возникает вопрос. А почему так? То есть откуда такая вот позиция, откуда такое вот, можно сказать, подозрение, да, что люди вот так будут о вас думать. И ответ достаточно простой с точки зрения психологии, что ли. Достаточно правда. Но это, конечно, не означает того факта, что просто, ну, вообще все в данном случае. Если ответ простой, это еще не значит, что, что совсем будет просто. Так вот, коммуникация. Отсутствие, так скажем, здоровой коммуникации в вашем диалоге, так сказать, с другими людьми. Что это значит? Что значит отсутствие коммуникации? А вы не спрашиваете у людей, что они думают. Вот вы не спрашиваете у людей, что они думают о вас. Какое у них мнение, чего они хотят, как они считают, как им кажется. Вот. А это ведь очень важно. Поэтому здесь рекомендация может быть следующая. Побольше спрашивать у людей, что они вообще думают, что им вообще кажется, как они вообще считают. Вот. Это непривычно, может быть. Но это решило бы многие проблемы. Многие проблемы ваши бы, вот, в том числе, да? Вот, то есть, что это значит? Это значит, что спрашивай вы у людей, как им кажется, как они думают и так далее. Вам было бы легче, вы бы имели более полное представление, что называется, о том, что, ну, вот с вами в данном случае вообще происходит. Вот. Умение строить коммуникацию – это очень важно. Умение строить адекватную коммуникацию – это тоже очень важно. Вот. Если вы так сделаете, то вы с удивлением можете обнаружить, вот, что совсем не так много людей
вам интересуются. Например, вы можете обнаружить, что не так много людей вообще вас замечают, не так много людей вообще вас оценивают, так скажем. Тогда как бы. Вот. Не так много людей всем этим интересуются, всеми этими процессами интересуются. Вот. Вот много людей интересуются собой, вот, именно собой, не вами, но вам нужно это еще увидеть, вот. Вам нужно это еще увидеть. Сейчас вы, вот, к сожалению, пока что этого не видите. Ну, не видите, опять же, потому что не спрашиваете. Спроси вы об этом, и ситуация была бы гораздо лучше, гораздо легче. Вот. Поэтому, что вы можете сделать сейчас, если мы говорим, как-то конкретно? Что вы можете сделать сейчас? Сейчас вы можете сделать следующее. Вы можете потренироваться. Вы можете потренироваться. С одной стороны, доверять себе. Вот. То есть, развивать доверие себе. И выражать свои чувства некоторые, да, свои переживания, вот, может быть, понятное дело, что как-то вот не все, да, пусть, ну, понятно, что что-то так или иначе должно оставаться с вами, при вас, что-то должно оставаться так или иначе, вот, а с другой стороны, учиться же выстраивать коммуникацию, вот. Учиться выстраивать адекватную коммуникацию, чтобы вы видели, понимали и чувствовала то, что происходит с другими людьми относительно вас. Вот. И тогда ситуация будет, весьма-весьма легче вами восприниматься. Конечно, там будут нюансы. То есть нюансы, всегда будут, они всегда были, есть и будут эти самые нюансы, вот, и мне кажется, что подобно скорее нормально, вот, чем ненормально, вот, то есть это, мне кажется, так скажем, естественным, мне это кажется. Вот. Мне кажется, это абсолютно естественно. Вот. Факт, он остается в данном случае фактом. То есть, как бы, здесь вот вам нужно вот об этих, ну вот, да, в данном случае, да, ну вот в этих направлениях вам нужно действовать. Как мне, повторюсь, кажется, вот, именно в данном конкретном
случаях. Именно в данных конкретных аспектах. Именно в данном в конкретном поведении, если мы говорим об этом. На это, собственно, я и хотел обратить ваше внимание. Вот эти два факта. Конечно, нужно увидеть. Конечно, нужно увидеть. Ваши собственные основания для подобных переживаний. Потому что без ваших персональных данных это, ну, это рекомендации, они максимально общие, вот, они максимально общие, они общие настолько, насколько это возможно, и понятно, что вам это может вообще не подходить. Вот. То есть тут вот есть свои нюансы в данном случае, которые необходимо учитывать, если мы хотим разобраться действительно в том, что с вами происходит. Вот. В противном случае это будет, ну, такая схоластика. Вот. Но информацию вы не дали, да, ну, как бы, то есть, вот, ну, достаточного количества информации вы не предоставили. Вот, поэтому, соответственно, что-то говорить здесь. На мой взгляд, достаточно сложно. Что-то я о чем-то говорить конкретно. Вот, сколько у вас времени осталось? Ну, до вот. Свадьбы. То есть, ну, какое количество времени, потому что если, например, 2 недели, вот, то за 2 недели вам можно помочь. Если неделя, другое дело. Если, там, пару дней, это еще один аспект. Вот. Каких-то вот универсальных средств, универсальных решений я бы, наверное, не ждал. Вот, потому что их не существует, ну и вам они не особо подойдут. Как бы. То есть, как бы вам не особо вот понравится эта вот идея каких-то особых средств, потому что, ну, вы можете всегда, в принципе, сказать, да, что вот, ну, что мне это не подходит, вы можете всегда сказать, что это вот, ну, как бы не совсем, что это не совсем моё и так далее. Вот. То есть, как бы, ну, такая может быть еще история. Вот. Поэтому здесь тоже есть определенные тонкости, на которые хотелось бы вот, ваше внимание обратить. И, ну, показать вам их по возможности. Вот. Как
Как-то так, я думаю, можно вам ответить. Какой-то такой можно дать вам ответ. Я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.